Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Если вас или вашего ребенка мучает постоянный гайморит, обязательно используйте несколько месяцев 2-3 народных рецепта, все назначения врача, аптечные препараты и так далее. И тогда хронический гайморит можно победить навсегда. И не забываем, только у меня на канале собраны уже все самые эффективные народные рецепты. Ссылочка на этот уникальный плейлист будет в описании к этому видео. А рецептик на сегодня такой. Данный рецепт рекомендуют некоторые отоларингологи. Желательно делаем свежий этот раствор. Оставлять его не рекомендуется. Такую процедуру делаем один раз в день. В зависимости от тяжести гайморита от недели до двух. Что же необходимо брать и как правильно все делать? Перво-наперво необходимо скатывать ежедневно вот такие трубочки из ваты. Их потом осторожно смачиваем и вращательными движениями вставляем поглубже в нос. Держим от 2 минут примерно до 10 минут. Вымывать первый час ничего не нужно. Можно просто вынять и ждать, пока слизь будет выходить. Будете чихать, будут идти слезы и так далее. Ничего страшного. Можно осторожно высмаркиваться, только осторожно, чтобы гной, сопли не попали, не дай бог, в ушные каналы. Это очень важно. Через некоторое время все вот эти позывы проходят. Ну а теперь сам состав. Берем все в одинаковых количествах. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями данным видео и будьте здоровы!